14 июля в культурном зале Витебска прошел второй конкурсный день 20-го международного детского музыкального конкурса «Витебск-2022», на котором исполняется эстрадная песня по выбору конкурсанта, наиболее ярко отражающая исполнительское мастерство и артистические способности. Участница из Нарвы выступила с французской песней «Поплюа», в переводе с французского «Чуть выше, чуть дальше». Все конкурсанты выступили с яркими, сильными номерами, показав свои вокальные данные и сценическое мастерство.